В серию картин, объединенных общим названием «Счастье на берегу моря», вошло 28 работ. На создание полотен краснодарскую художницу Ирину Абрамову вдохновило Черноморское побережье. Впечатление от летнего пребывания на морском берегу член Союза художников Санкт-Петербурга выплеснула на холсты в виде ярких красок и необычных образов. В малом я увидела большое космическое, как это видели наши русские экспрессионисты, подобно им, подобно Марианне Веревкиной, подобно Кандинскому. Вот. То есть в обыкновенных простых сюжетах, когда люди отдыхают, купаются, я увидела космос. Сама художница стиль, в котором написаны картины, определяет как экспрессионизм. А еще Ирина Абрамова увлекается такими направлениями в творчестве, как примитивизм и наскальная живопись. Отсюда такие необычные линии, предметы и персонажи, которые хочется рассматривать и изучать. Выставка «Счастье на берегу моря» уже побывала в Санкт-Петербурге. В планах представить полотна в Испании. В Сочи это первая персональная выставка Ирины Абрамовой. С необычными картинами можно познакомиться в арт-медиа-центре «Родина» до середины октября.